Всем добрый день! Сегодня мы будем подготавливать розы к зиме. Способ легкий, нетруднозатратный и практически без материальных вложений. Это опилки. Отличный, хорошо зарекомендованный для себя укрепной материал в деле ухода за розами. Опилки обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, в них хорошо циркулирует воздух, а это значит, что розы не будут поражаться ни грибком, ни гнилью, ни какими другими болячками. Мы используем опилки хвойных деревьев. Розам смолистые пахучие опилки хвойных пород деревьев очень даже показаны. Они обладают антисептическими свойствами, а запах хвои отпугивает вредителей. При этом хвойные опилки обладают меньшей насыпной плотностью, нежели их собратья из мелких или твердых лиственных пород. А это означает, что они лучше задерживают тепло. Берегите свои розы и обязательно их подготавливайте к зиме.